Всем привет, это урок игры на Дзендрам. Вообще у каждой модели Дзендрама своя настройка. Этот урок подходит для модели вода. Для других моделей также есть уроки, поэтому следите за контентом. Вообще инструмент интуитивный, но есть интересные фишки, которыми хотел поделиться. Как сыграть интересную мелодию. Такую вот мелодию можно очень просто сыграть, разучив комбинации язычков. И тут получается задействуется интересная также фишка, когда мы играем сразу по двум язычкам одновременно. Сначала мы используем вот эти два. Вот такой вот интересный бой. Можно, конечно, вначале играть просто попроще. И теперь просто нужно разучить расположение вот этих лепестков. Сначала бьем по этим, потом по этим, далее эти и вот эти, и соединяем. Давайте медленно попробуем.